Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о новом крепеже для планкена LESFIX, производства нашей компании. Давайте я покажу вам, чем этот крепеж примечателен и чем он отличается от других крепежей. Друзья, в этом крепеже есть ребра жесткости. Вот эти вот ребра жесткости позволяют этому крепежу надежно фиксировать древесину и не позволять ей менять свою геометрию. Также у этого крепежа есть стопор, который позволяет сделать абсолютно одинаковый зазор на всем фасаде. Друзья, для каких материалов можно использовать такой крепеж? Лучше всего он подходит для планкена из сосны. Для лиственницы мы предлагаем крепеж с более усиленными ребрами жесткости. Что понадобится для того, чтобы смонтировать планкен? Соответственно, сам планкен, подсистема, обрешетка, саморез 4х50, вот такой вот, и 3 самореза 4х20, линейка, карандаш и шуруповерт. Ссылки на саморезы, бруски и планкен мы приложим в описании. А также в описании вы можете посмотреть ссылку на наш удобный калькулятор и воспользоваться им для расчета фасада вашего дома. Для монтажа этого крепежа нам нужно что сделать? Первое. Мы делаем разметку. То есть расчерчиваем места, где у нас в будущем будет прикручен крепеж. Далее. Обязательно монтаж производится стопором вот по вот этой вот скошенной части планкена. То есть мы его монтируем не сюда, а вот сюда. Берем саморез 4х20 и прикручиваем, значит, наш крепеж на 3 самореза. Это очень важно, именно на 3. Друзья, смотрите, вот вместе с саморезами вот эти ребра жесткости создают как бы единую линию. То есть благодаря им при изменении геометрии древесины, если ее вдруг начнет гнуть лодочкой, вот этот крепеж ее удержит. Опять же, да, повторюсь, этот крепеж лучше всего использовать для планкена из сосны, так как для планкена из лиственницы при изгибе создает гораздо большее напряжение, и там мы рекомендуем использовать крепеж с более усиленными ребрами жесткости. Значит, следующим этапом мы берем наш планкен, устанавливаем его на обрешетку и прикручиваем на саморез 4х40 либо 4х50. Следующей планкой мы делаем те же самые манипуляции. Крепеж второй у нас оказывается вот здесь, и просто перекрываем. То есть монтаж начинаем снизу и набираем как конструктор вверх. Друзья, крепеж LESFIX мы изготавливаем на своем производстве. У нас любые объемы, то есть и очень хорошая цена. Обращайтесь, если у вас есть какие-то сложности с монтажом, мы также вам в этом можем помочь. Для этого у нас собрана целая команда профессионалов, и в нашем портфолио вы можете посмотреть примеры отделки фасада планкеном. Их у нас очень много. Ссылку на портфолио вы увидите в описании этого ролика.